В обратную сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Руки берем в замок за спиной, соединяем лопатки. Глубокий вдох и на выдохе делаем скручивание корпуса в правую сторону и в левую сторону. Бедра не разворачиваем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Соединяем лопатки. Тянемся грудной клеткой наверх. Держим. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два. Приподнимаем руки наверх. Круглая спина. Опускаем подбородок вниз. Пять, четыре, три, два. И вытягиваем корпус. Руки ставим на пояс. Широкие круговые движения тазом. Чуть присогнули колени. Раз, два, три, четыре и пять. В обратную сторону. Шесть, семь, восемь, девять и десять. Хорошо. Скользим руками вниз, колени присогнуты. Остановили руки на коленях. И вытягиваем колени. Раз, сгибаем. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Хорошо. И сейчас ровной спиной поднимаемся аккуратно наверх. Раз, два. И тянемся вниз за руками. У нас сгиб от тазобедренного сустава. Вниз. Три, четыре. Еще. Пять, шесть, семь, восемь. И раз, два. И три, четыре, пять, шесть, семь. Берем себя за щиколотки, круглой спиной вытягиваемся наверх и через круглую спину поднимаемся, раскрываем грудную клетку, глубокий вдох, выдох. Круговые движения правой стопой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. В обратную. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Другая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. В обратную. Два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Хорошо. Ноги ставим на ширине плеч. Чуть разворачиваем стопы в стороны. И уводим таз назад. У нас вес тела больше уходит на пятки. Ровная спина. Поднимаемся наверх. Колени до конца не выпрямляем. Выдох. Вниз и выдох. Делаем в комфортном для нас темпе в течение 40 секунд. Готовы? 3, 2, поехали. Один. Отлично. Продолжаем это упражнение. Касаемся внизу руками пола. Наверху вытягиваемся, встаем на пальцы. 40 секунд. Три, два, один. Фиксируем положение приседа, руки перед собой. И держим. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два. Поднимаемся наверх, ставим ноги еще шире и раскрываем стопы в стороны, пятки смотрят внутрь. Садимся вниз, бедра параллельно полу, колени максимально уводим в стороны, так, чтобы у нас тут была ровная линия от колена до колена. Наверху уже полностью вытягиваем колени, напрягаем бедра, ягодицы, выдох, вниз, вдох и выдох. 40 секунд работаем. 3, 2,
Поехали. Три, два, фиксация, пружиниум, 10, 9, 8, 7, 6, шире колени, 5, 4, 3, 2, и поднимайся. Есть! Встряхнули правой, левой. И сейчас с положения ноги на ширине плеч делаем шаг вперед правой ногой, сгибаем колени, у нас получается угол 90 градусов, угол 90 градусов. И корпус наклоняем вперед, вводим таз назад, копчик, и поднимаемся наверх, раз, и вниз опускаемся, два угла 90 градусов. Готовы. Растягиваем заднюю поверхность бедра, ягодицу, и сокращаем. 30 секунд работаем. 3, 2, поехали. Три, два, один. Хорошо. И другая готова. Три, два, поехали. Наверху выдох, вниз вдох. Три, два, один. Молодцы. Встряхнули правую, левую. И сейчас мы встаем. Ноги на ширине плеч. Сгибаем колени. Уводим таз сильно назад. Копчик назад. Переносим вес тела на одну ногу. У нас сгиб от тазобедренного сустава. Другая на весу. Мы ее поднимаем в сторону. Фиксируем и опускаем вниз. 30 секунд правая, 30 левая. Готовы. Три, два, поехали. Чувствуем хорошенько ягодицу опорной ноги и, конечно, рабочий. Фиксация наверху, медленно вниз. Три, два, один. Отлично, другая нога, перенесли вес тела. Три, два, поехали. Три, два. Есть, хорошо. Встряхнули, опускаемся вниз на пол. Ложимся с вами на спину, ноги на ширине плеч. Сокращаем стопы на себя, опора на пятки, руки вдоль тела. Поднимаем с вами с пола ягодицы, раз. Высоко слишком не нужно, не нужно прогибаться сильно в пояснице, напрягать спину, только ягодицы. И опускаем вниз. До конца на пол не опускаем, остается над полом наверх. И над полом. 30 секунд работаем. 3, 2, поехали. Ягодицы наверх. Выдох. Вниз. Вдох. Выдох. Вдох.
3, 2, фиксация наверху, держим 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, соединяем колени и снова на ширине плеч, 1, и 2, и 30 секунд работаем. Три, два, и опускаем вниз. Соединяем пятки, соединяем стопы, колени в стороны. И сейчас поднимаем таз наверх, опускаем вниз. 30 секунд работаем. Три, два, поехали. Три, два, фиксация наверху, держим 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, молодцы, опустили. Опустились и сейчас встаем, вес тела между ладонями, коленями, руки, ноги на ширине бедер, на ширине даже плеч, давайте так. И сейчас мы с вами делаем круговое движение, согнутой ногой, угол 90 градусов, широко-широко рисуем круг. И при этом у нас спина остается идеально ровная, мы не прогибаемся, не включаем корпус в работу. И не переносим вес тела на одну другую руку. Итак, 10 в одну сторону, 10 в другую. Поехали. Правая нога начинаем. И раз. Широко рисуем. Два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и 10. И в обратную сторону также широко 10. Не сбрасываем. 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. И другая нога. Вдох, выдох, поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. И в обратную сторону 10, 9. Также широко не сбрасываем. 8. Медленно. 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Правую ногу поднимаем, угол 90 градусов, сокращаем стопу на себя, также в пояснице не прогибаемся, ровная спина. Раз, зафиксировали наверху, выталкиваем пятку выше, пружинием. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 20. И другая. Стопу сократили, выталкиваем пятку наверх, спина ровная, проверили. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 20. Хорошо. И 10 раз поднимаем ногу в сторону, также угол 90 градусов, фиксируем и медленно опускаем вниз. 10 правая, 10 левая, готовы. 3, 2, проверяем ровную спину и поехали. 1, медленно вниз. И 2, еще. 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 и 10. Отлично. И другая нога готова. Вдох-выдох. И поехали. 10, 9, медленно вниз, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, и последний, 1. Молодцы. Садимся на пятки, отдыхаем. Глубокий вдох. Выдох. Еще вдох и выдох. И поднимаемся наверх, раскрываем грудную клетку. И сейчас мы с вами потянем все, что накачали. Большие молодцы, что все выполнили до конца. Если вдруг хочется поднажать, вы можете повторить понравившееся вам упражнение или даже сделать еще один кружок тренировки. Итак, ноги ставим, руки на ширине плеч, поднимаем таз пола и закидываем ногу крест-накрест. Колено опускаем вниз. Опускаем вниз, садимся с вами на пол, опускаем таз на пол. И стремимся грудной клеткой вытянуться к голени. Расслабляем мышцы ног, особенно ближние к себе. И дышим вдох. Выдох. Руки-ноги ставьте ближе. Грудную клетку вытягиваем вперед. Руки-ноги ставим ближе. 30 секунд сидим. Глубоко дышим. Вдох. Выдох. Старайтесь не оседать на корпусе, на круглой спине. Вытягиваемся все время вверх. Заламывайте стопу, лучше, чтобы у нас нога лежала ближе к щиколотке. И отлично. Обхватываем опорную ногу руками, неважно, как вы проведете, под ногой, над ногой, это не решает ничего. Через круглую спину аккуратно опускаемся на пол, расслабляем шею, расслабляем корпус и также расслабляем ноги. У нас сейчас только руки напряжены, руками притягиваем ноги к себе. Полминуты, 3, 2, начинаем. Помогаем себе дыханием, глубокий вдох и на выдохе растяжение. Чувствуем ягодицу и, возможно, тазобедренный сустав. Три, два, один. Отпустили ногу, опорную поставили на пол, другую вытягиваем наверх, обхватываем за щиколотку, можно чем-то обхватить, если вам удобно. Сокращаем стопу на себя и очень мягко растягиваем. Наша задача сейчас не отрывать поясницу от пола. 20 секунд. Два, один. Отлично. Поднимаемся и выполняем все с другой ноги. Также ставим руки-ноги на ширине плеч, поднимаем таз пола, крест-накрест ногу ближе к щиколотке и надавили колено вниз. Опускаем таз на пол, вытягиваемся грудной клеткой наверх, старость не радость, и растягиваемся. 30 секунд. Дышим. Глубокий вдох. Выдох. Расслабляем ближнюю к себе ногу. Плечи опускаем вниз. Три, два. И обхватываем опорную ногу руками через круглую спину. Ложимся с вами на пол. Расслабляем корпус. Расслабляем шею и руками начинаем притягивать ноги к себе. Еще 30 секунд.
3, 2, 1. Отпускаем ногу, опорную ставим на пол, вытягиваем вторую ногу перед собой, сокращаем стопу на себя и 20 секунд растягиваем. Три, два, один. Отлично. Поднимаем корпус и последнее упражнение. Мы сейчас с вами садимся в полушпагат. Одну ногу вытягиваем за себя, садимся на пятку. И вытягиваем пятку согнутой ноги перед собой вот таким образом. Чем выше мы ее поднимем, тем больше будет растяжение. Следовательно, увеличивать или уменьшать нагрузку по собственному комфорту. Руки ставим по обе стороны от себя. И наша задача сейчас руками перенести вес тела на два бедра. И на левое, и на правое. Когда чувствуем, что мы сидим между правой и левой ногой, за руками опускаем корпус вниз. Складываем локти перед собой. И опускаем корпус вниз. 30 секунд растягиваемся. Один. Хорошо, поднимаем корпус и выполняем все с другой ноги. Садимся также на полушпагат, пятку вытягиваем перед собой и поднимаем настолько высоко, насколько можем. Руками переносим вес тела на два бедра. И уводим корпус вниз. Внимательно, когда уводим корпус вниз, не переворачиваемся обратно на одно бедро, сидим между ног. И 30 секунд растягиваемся. Расслабляем ноги, расслабляем корпус. Три, два, один. И молодцы! На этом наша тренировка подошла к концу. Я уверена, вы хорошенько прочувствовали мышцы. Если вдруг нет, повторите упражнение, доделайте и в полную силу, пожалуйста. Жду вас на следующей тренировке. До новых встреч. Пока!